22 августа 2019 года. Заброшенные серые водородные источники около пансионата «Спутник». Вот, они начинаются вот с такого фонтана, водопадика. К водопадику можно подойти, но ровненько, по колено. Вот такой фонтан. Около самого фонтана чуть выше колена, на сантиметров на 10, ну мелко достаточно. Теперь посмотрим, я вам покажу, что дальше там есть. Берега, конечно, не ухоженные. Заброшенное место есть заброшенное место. Никто здесь не ухаживает, не чистит. Рядом есть платная шашлычная зона. Но вот там, видите, он там за бугорком. Но народ предпочитает шашлыки жарить диким способом вот так. Теперь пройдем чуть выше. Вот такая площадочка для отдыха. Посредине течет достаточно бурное ручье. Вот. Послушайте, как вода журчит. Народу здесь немного. Дальше идет вот такой водоемчик. Заснимаю. Вот такой вот водоемчик. Глубина здесь тоже по колено. Когда солнышко есть, он прогревается более-менее. Ну так вода, как и во всякой горной речке, конечно, холодная. Здесь можно сесть, поставить спинку. Напор очень сильный. Вот сейчас покажу. Но вода, видите сами, белого цвета, насыщенная сероводородом. Запах здесь, конечно, еще тот. Строение старое, уже развалившееся все. Так вот на стенках, конечно, надписи есть, типа запрещено купаться, опасно для жизни. Ну, наверное, если в дури полезть, то, конечно, опасно. Вот следующий уровень. Вот такая мелкая купальня. И вот такой вот сток. Он совсем мелкий. Просто водичка журчит по бетону.
А вот здесь 3 специальных выемки, даже 4. Мягко выражаясь, под задницу. Вот вот есть. И уютно посидеть. Дальше идет внешне страшный, но на самом деле здесь чуть выше, чем по пояс воды. Спускаться лучше с правой стороны. Вот, и с правой спокойно спускаемся. Кстати, здесь в это озерцо впадает и сероводородный поток. Вот такая черная грязь, которой все здесь мажутся. Так скажем, вам по пояс будет. И дальше резко вверх. И дальше уже по щиколотку речушка горная. Вот такая в зарослях. Речушка с белой водой. Очень мелко. Вот вы можете увидеть намазанных грязью людей. А вот сами сероводородные источники бурлят. Вот такие 3 источника. Сейчас покажу, откуда грязь берут. Вот из этой канавы. Как видите, эта белая речка изначально была забрана бетонной оградой. Видите, она достаточно солидно сохранилась. Но никто не ухаживает, потихоньку все рушится. Вот мы идем обратно к месту, где мы базируемся.
Опять опускаемся по поясу в воду. Вот эти удобные сидушки уже с обратной стороны. Как раз под попу. Видите, как все солидно было сделано. Какой бетон, армированный рельсами. Старинные рельсы какие-то. Да. Народ купается. Спуск, конечно, неорганизованный, но спуститься можно. Красота! Красота! А я под водопад залез. Там ровный спуск такой. Вот такие красоты. Прямо около Сочи. Около гостиницы «Спутник».